не смогу. Так. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую. Почему из 20 человек я один стою с умонию? Вы все стоите просто так. Вы что, сумонить не умеете, что ли? Не, мы не просто так стоим. Ну так мы смотрим, не смотрите, кого надо засумонить. Мы смотрим, как ты сумонишь. Ну так я хочу, чтобы вы помогали. По лесу идти те, кому нужен сумма, только сумонит подряд. Сумону надо только Лимарте. Лимарте почему-то не принимает сумон. Может заходит в Дискорд, я не знаю. А у него никогда? Все, Лимарте тут. Танки, пуляем. Без бафов. Пришли какие-то, блядь, раздавайтесь, какие проблемы. Паладины друг другу написали, кто что дает. Мастер Седанки? Три паладина, да? Тогда я как. Ну это хуйню насчет паладинов сказал. Такого никогда не было, чтобы они между собой распределили. Но сейчас будет, значит. Только что себя обосрал. Если говорил паладин. Это говорил варвар. А, ну ладно. Треш там появился, блядь. А, это активируйте, пожалуйста, этого хунта Лиморти. Сейчас. Давно тебя, блин. Да, улучшайся, как переносу. От огня поставили ауру. Моя броня. Твинси третья. Твинси бриз. Нет, у бабл. Бабл третья. Шреддер поставь оттуда. Странно видеть одного ДК в рейде, это вообще жесть. Да, я остальные ДК в РС-ке либо хуи сосут, я не знаю, что они делают. Ну, скорее всего, второй вариант, конечно же, да. Да, ДК, блядь. Ледяная коротка. ДК это бесполезный класс. То, сука, 5 ДК штука приходит, а когда сюда, блядь, прийти, нахуй, то ни одного, блядь. Только один Алиса, все. Сам звездочки поставишь, меточки. Метки расставлю. Какой рыцарь ДК у кого, блядь? У него нахуй или Макс Пейн ДК, который уже давно в гильдии? Рыцарь ДК, который сейчас в РСК. Ты про этого говоришь, да? Ставлю рыбу. Сейчас метки расставлю, кто на кубах. Так, кресты все. Ну того и ПМ. А, ДК, берите пример с меня, я вообще в каждом рейде бываю всегда. Да потому что ты МТ. Ну и потому что я ЕПХ еще. И хожу в рейдер один, ебать, все тупо, бля.
Ну, мульти придется тебе такой кидать на куб. Чагурский хочешь на куб? Не, хантов не надо ставить, они не хилятся и дефов у них нет. Ну, тогда я поставлю. Ну, присоедините, кто хочет на кубы, еще один плюс. Надо не то, что кто хочет, надо, чтобы тот, кто может. Бля, у меня комп лагает, пацаны, все знаете. Ну, вообще, я могу, но я танк. Так, хорошо. А чё у меня, кстати, так мало хп, чё-то 70к ушло? Крика нет. Да не, у меня, типа, с криком должно быть 77. Постоянно набираем. А, ну мне каски нету, всё, я поняла. Постоянно набираем народ в гильду, у нас постоянно... Вот я в день вижу, несколько раз набирают. Но у нас постоянно в рейде одни и те же, всегда. Ну, так, вот так, у нас меняется холибал какой-то на прошлой неделе и так далее. Вот, ну, я просто не понимаю, как так-то? Ну, есть люди, как-то которые... построже надо. Есть, которые хотят ходить в рейд, есть, которые не хотят ходить в рейд. Может, в рейд. И нахуй они тогда нужны? Посидели неделю, вторую, не пошли в рейд, ты кикнуть. Нахер тут столько народу бесполезно. Ну, да, скорее всего, это разведчики других гильдий, которые смотрят прогресс. И такие, ага, и эти черти, блядь, ага, и разгрывают, глаза открывают, можно сюда и перейти. И теперь так. Кому из меток не нравится его место расположения? Есть такие? Сразу ГП, блядь. Так, это раз. Во-вторых, нравится. У нас 4 танка. Лимон и Войд на нихера. Лимон и Нирл у нас на трэше. Войд и Алиса на боссе. Потому что мне нужны на боссе расколы. А у нас фурики. А хотя Ванзай у нас будет. А, вон на кубе. Тогда нет, все нормально. Ты штанчил Войд боссу, не? Нет. Блядь. Короче, что там будет касса, заключительная херня. Как вот только кастуется, сразу с Алисы забираешь. Слушай, воду сюда или это, когда повешается на нее? Когда кастуется, либо когда ее отбрасывает. Главное, чтобы он просто не пошел за ней. Забрать это время. Так. Зашли все внутрь. Короче, забираешь. Знаешь, когда он переднюю лапу поднимает и забираешь танцер. Лимон, твои... Мабы будет. Рассказывают, когда меня на бочке лечат. Лимон, твои мабы квадрат, центр, врата. Нирл, твои звезда, круг, центр. То есть помогаете друг танки. Так, фулл ребафы раздали. Озвучивай тогда этот самый кубы? Кастово, пожалуйста. Буду стараться, если никто не тупить не будет. Ладно, в зеленых лужах не стоим. Есть тут такие, кто тут вообще ни разу не был? Это будет странно, конечно. Да, да все проанонсируешь, что там мне рассказывают. Почему вы еду не ели? Анкил, Войд, Джурада, мистер Дэйпат. Выпили фласки. Встали все по местам. Танки пуляют, никто не мешает танкам, пока они не сведут вместе. Вместе свели, а Уена пул дали, и тогда бьем трэш. Соленый тут. Соленый. Писал бил. Ладно, пусть там писает, что хочет делать. Good а так. Он за дверью или тут? Тут. Тут, хорошо. Пуляем танки. Трэш не бьем, пока не поставят. Кучку всех. Косты сбиваем. На пистоле. Чаротворцы в первую очередь убивай.
Когда гитаристы вливаются только рейнджевики и мильки, которые умеют уворачиваться от массовой ауди. Бесов заливаем все сразу, и мильки, и РДДшники в одной куче. Архидемонов заводим под боссом. В лужах не стоим, все понятно. До 50% доводим, все бежим сразу под двери. Хотя, в принципе, видел асгарды, как они вообще, блядь, в центре танчили, когда взрывалось. Там уже и там левел не позволяет. Ну, лук пришел, вот и ДК. Это у Эксека этот пандарин, блядь. Брюс Ли какой-то мне в голову постоянно. Вот это, блядь. 2 секунды до пола. Слушаешь ли? РДДшники, осторожно на печати. Рубом давать. А Гера давно был, должна была быть эксек. С пула я сказал Геру. Забирай его. Убыть через 40 секунд. Сколько? 35. Короче, вы этого время каста просто собираешь, просто типа потом не то. Шел на куб на всякий случай. Забирай, Алис. Готовимся к кубы. 10 секунд. Ну, это твой ромбик. Прожали. Топали. С кубами. Кубы прожали. Готовимся, что страж будет. Какой там, блядь? Бесы мы лежим. Бесы. Собираем бесов, блядь, вместе танки. Заливаемся. Быстрее заливаем. Быстрее трэш. Ты думаешь, где мой ДПС? А я брусты, сука, не прожил. Нормально. На тебе ответственно его, это не на мне. Я поставлю. Так, 60%. Готовимся к кубы. 5 секунд. Вы уже? Прожимаем. Печенька мерзла. Печенька мерзла. Алло, я зажму. На печеньку кто-то быстрее. Ну. No. Успел? Надеюсь. Да, успел. По печеньке, Брэр. Кто? Демоны. Нирл. Демоны вышли. Демонов под босса. Босса ведем под этот, блядь. Под ворота. Мосса, дай Брэр по печеньке. Всех бесов ведем под ворота. Переводим босса быстрее. Алиса, прожим. Убираю везде я этого. Сильнее босса 1%. Все под ворота стали. Все ворота зашли. Вой, дай прожимку. Сейчас, когда будет падать. Давай прожим. Захиливать дал. Убивайте демонов быстрее. Демонов убиваем. Все, вышли обратно. А, не, еще как. Все, вышли обратно. Демонов убили в первую очередь. Водите обратно. Слушай, идите все, слушай. Тебя лучше нету, и забрала?
Теперь так. По зеленому баблу. Джурада, дай бэр. Чай. Нирл, бэр по печеньке, по господину. Пусть идите далеко. Гимн на ХП. Мультик, гимн на ХП. Ну алло. Чё, мага не хилите, алло? Я ж погнал. И чё, забирай. Не захилили. Там два вспышки. Да. Нету вспышки больше. Это уже манекен пошел. Главный хильте рейд. Мульти на ману. А, ну. Мульти гимн на ману, мозг залей ману, холи пал. Поздох. Блять, вы что, в лужах стоите или чё нах? Чулан, Моса, поднимай да, халипалу. Для Моса. Блядь, ладно. Моса, поднимай. Чулан дал, хорош. Вериндел на ману. Мордвей Беттер тоже на ману. Вставайте так, танки, чтобы, блядь, вас не откидывало вот эти зеленые лужи сзади, потому что вас законтролит. Ну. Помани, так. Пацаны. Че, твиси залейте ману, кто у кого есть? Сейчас, так, чулан нету, мирова нету, мусульман. Все у кого нет КД, да, ману, да, читайте да, на ману все гимны. Залил. Все друиды, у кого иннер без КД, тоже раздали. Забрал. Лис. Забирай, лот, ты че спишь там? Медведь пришел. Я и был, бил его. Я просто задницу его занес. В лужах не стоим. Ави. Мультик без маны. Ты себя отрегенишь, или тебе нужно что-то на собак ману? Вызывайте, делайте что-то. Из гимна маны. Все гимны уже слили. А, ты давай, конечно. А бабушка вызвать можно? То... Кого? Вызывай. Таун давай. Зеленый, ты чё дамаг лутаешь? Печать, что ли, разряжаете? Это думаю, чё они умирают, блин, на этой фазе? Там печать. Как освобожденка, типа. Хорошо, что она не уешит. А уешила бы вообще вайпу, если бы хотел. Плохо, так. Господа. Так, на тебя сестрой рову. Ага. Мешок в ГБ или куда? Ой, блядь, как я их хочу. Ой, какие перчатки было? Кого ты хочешь? Я думал, за пять. О, бля, дайте жезл, а, пожалуйста. Ага. Дайте, дайте, пароли, блядь, дайте. У нас это лут мастер, блядь. Ты до сих пор аддон не скачал? Блин, пацаны, а, не, я с аддоном. Какой аддон? ЕПГП лут мастер, который давно уже висит, блядь, в объявлении. Без него ты лута не получишь. Я тебе уже сколько раз говорил, блядь, его установить. Английский собака такой. Чё там? Жравль ушёл, да? Жезл. Сколько жезл? 700? ГП? Жезл? Нет, 247. А-а-а. Какой? Не знаю. 247, второй дается. Солёному отдай. А, или нет? Что там по проценту? Солёного 8%, вода ему пока дома нету. Тебе надо? Солёному, да. И следующий раз тебе так не отдадим уже, блядь, без аддона. Так что солёный становится как хочешь. Тебе надо этот жезл? Ты тут? А он вроде не выше солёного, не? Так, пишет мне. Чё, мне, да? Не, мистер. Нет. Выше. Мистер выше тебя был, так что ушло ему. Мистер, дай мне, нахуй.
Ах ты турбой, зараза-то такая, а? Да я еще один заберу. По одному, алло. По одному за рейд. Турбой все так ничего не ролит. Ходит-ходит вам, дамажит. Да, если что купит. Ничего, шем собирает. Не-не-не. Так, скажите сумку, кому ходит-ходит вам донатит. Так, блин, на третьем месте был. Ставьте. Нужна. На третьем месте по ДПС был, блин, пока бернишь, блядь, пока маны зальешь, блядь, все на седьмом. А я, короче, дамажу, смотрю, что за хуйня, 10к ДПС, блядь, смотрю, нахуй, я, сука, бусты не прожил. Чё-то какая-то команда неправильная, 1000 ГП прилетел. Смотрите, здесь холи-присты, я смотрю, вообще ничего, да? А можешь ПГ? Только здесь, так-то они чуханые. Да, ну, на камере. Я видел пару нормальных. А можешь начистить, потому что я сейчас это, у меня грулик КД. А, у кого там как грулик КД? А, Джурадо. Начисти, да. Джурадо. Сколько там отдается? 500, да? Я накину. Тогда Нирова обратно в хила. Танки не побыть на груле с манькой. А чё мне 300 все удали? Ну, три босса. 34 и по 333. Два босса в другом месте, один босс в этом месте. 1000 ЕП дается за три инста, ой, за два инста. За каждого босса. Босс, ты 4 решил собрать, да? Он арканы решил собрать. Он второй сет. Ребят, вот посмотрите, вот он ходит каждый рейд, ему не нужна ни одна шмотка, хоть что-то ему надо забирать, правильно? Да, скоро он у нас осколки будет забирать, ну что он хочет? Ну и пусть забирает. Он дамажит как 10 человек. Никто же ничего не делает. Ну хорошо, правильно, потому что что? Две сестра пон. А, да. Но никто не смотрит, что есть правила, которые поставлены и есть. По одному покину на тело. Погнулся, блядь. Трепт. Ну так и чё, я не хочу простропоненным быть. А кого ты добрал? Кого? А, Лу добрал, да? Я, короче, привык. Я привык, короче, Гроу Магик. Сейчас Шартрат, а, блядь, в Магик прилетел. Да и чё-то не то. Блядь, а куда я полетел? Ёб твою мать, нахуй. Тоже сука на Магика полетел. О, какой-то мем нас включено. Поехали, нахуй. Да еще раз. А вон еще этот экси. Ля. Скиньте эту хуйню, пж. Не брат. Че, на аликов напал, мать? Да, это ДБМ, нахуй, с мемностью. Я сказал, старый, ты... Че, там совсем куку, что ли? Ну да. Мы с ДБМом разговариваем, нахуй, разговариваем. Шаман тоже на магиях полетел. Кинет мне ДБМ, пожалуйста, Христа ради. Богом прошу, да? Я там Горскому скидывал мульти, сейчас я найду ссылку. А, ну они мне тогда скинут, не надо, спасибо. Ау, ёшки. Бог простит. Йо! Не знаю, но уснулся. Вот сейчас, Лек, самое время обсудить это. Давай потом. Так, мне надо плащ и пояс. Тут падает плащ и пояс. Плащ Хиловский, знаю, с короля падает. Там внизу есть такая фигня. Путеводитель. А, да, да, да. Натуре клыкать. Чё бы, блядь, я без тебя делал? Ну, пояс с духом костой падает. Кач, он не у всех работает.
Пинка есть, да, на туре. Только у нубов не работает. Да, конечно. И пояс. Сейчас упадет спина и пояс. Я буду 260. Да вы сумоньте соленого и за ноздри его и вынести. Да я тут. А так все, шкаф стоит, что вы ко мне делаете? Сейчас вас еще из камня будем вынести сумоньте. 2 метра. Как ишь? А, это ладно, забирай. Найдите кого-то. Я просто отойду по фасту. Ты что, Луда, Лоран, придешь через 5 минут или что? Заходи, вон. Тыкайте на сумму. Не ревенст. Ну столько лув дали. Кучет? Куч. Кстати, есть у кого ювелирка Гурыч? Мульти отличная ювелирка. У меня. Мне надо стрёмный камушек в шейку ставить из-под экрит. Не, лень мне, честно, через гильду смотреть. У кого есть, скажите, пожалуйста. На колени встану. Ого. Это заманчиво. Вставай. Так. Что там, танцы, филе? Сейчас посмотрим. О, хорош. Блин, у меня, погоди, у меня камня нет этого. Дерево. Крит, пожалуйста. Нет. У меня с собой нету этого камня, такого. Шлифовочного? Это понятно. Шлифовального. Давай, я тебе дам. Тоже давай. Верни. Давай, дай серебра сто. Обязательно. Давай. Ави, ты дала. Хила. Тут 4 хила справится или 5 надо? Брать обратно. Не-не, справимся. Давай мне камень. Тогда не дала первый. А. Ави тогда в сову обратно. Куну не спекался, хила. Какой сподокрыт тебе, да? Да-да-да. Можете трэш танчить. Ну так, мы разрешаем. Ну то вы все 24 тут стоите, я смотрю, заняться нечем. Соленый жезл забрал, пусть идет домаш. Ага, соленый. Давай-давай, ты там можешь, что домаш. Давай быстрее, сова, у меня люди умирают. Тут недалеко бежать. Давай, блин. Нихуя себе, друиделям Павел. Это... Камень, верни. Фифовочный. Да, привычный. Смотри, нахуй, скрабовый. Я ебал, у меня у БДК танка на Фандаре или МХП только. Анбаф. Лям ХП не может быть на друге. Я видел только что, теперь, наверное, много. Там было 107, он ХП у него.
140к. Ну, это лям получается. Какой же лям, если 140 тысяч? Что ты там думаешь? У тебя логика вообще железная. Не, ну разве 107 т это разве не лям? 140 тысяч, это не 1 миллион. А, наверное, да, нет. Точно, я чё даун чутка. Я думал, это случайно не в Росстате работает. Кстати, я, наверное, горн должен задавать, да? Никак нету. Блин, у меня же слезы потекли. Вчера здесь сидит девочка. Спайсухи. Даля. Я просто вы. Ей сейчас по-любому стыдно. Конечно. Нет. А ладно, чё, зато посмеялись. И свои. Зацените, у меня 94к хп. Видели, да? Терял. Да. У меня на Мишке без бафа было 97. В доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. По фамилии Степанов и по имени Степан. Из районных великанов самый главный великан. Ну, нормально, здесь уважали дядю Степа за такую высоту. Шел с работы, видно было за версту. Мне кажется, квадраты. Чё? Короче, кому что не нравится? Либо квадрат, либо звезда. Мастер, ты уже подошел, да? Да. Так, смотри. Шкаф соленый. Ты тогда в танка. Вот нас пятеро в четвертой пати. Я поставил там метки, если что, может, переставишь. Я на звезде хочу. А вы там разбирайте остальных. Ну, тогда я квадрат выбора, нет. Других я не танчу. Так, я череп, лимон, треугольник. Вот звезду, крест у нас будет танчить. Существует тысячи способов. Суджиро, ты в танке, что ли? Да его шотин нахер, у него нету танка шмота. Не хотят, что вас ходит? Давай сделаем по-другому. Шреддер в танка. Шкаф, лу сумоним. Лу тут. Что, у меня 5? Схема. Так, лу, пару секунд, если нет, блядь, меняем нахуй. Но нам нужен грип. А я просто чекну сейчас. Нет. Шреддер. Танчишь треугольник. Лимон, танчишь крест. Крест. У меня трусы были. Теперь надо. Уже не трусы. Тихо, тихо. Я череп. А винар квадрат. Да. Что, на пул? Долго стоим на пул. Какой на пул? Да, чек на пул. Кому спекнуться? Стоп. Потому мне три раза задал вопрос. Давай, мне давай, обратно давай, хила. Давай, давай, в хила. Если ты в пятой пати, значит ты в хиле. Ты шреддера поставил, да, танковать? Да. Бузер Вилема. Фул ребаф по шаману. Крест, пристабаб. Блять, я решил в дискорд зайти, ты опять меня кикнул? Ну мы, блядь, чекаем, тебя нету, блядь. Давай на замену. Надо писать за такую хуйню. Нирил, ты тут? Да. Ты шмотки меняешь? Пробивание брони, где штаны стоит. Все, чек на пол. Подожди,
Где-то мне комплект сразу меняй. Дело в том, что камни там. Просто два раза тыкнуть и все. Что? А зачем он на замене, если он из АФК не выходит? Так он заходил в Дискорд. Я в Дискорд заходил, не хоть из-за психи. Тебе ЕП жалко или чё? Да. Мне жалко. Так, все, пуляем. На чё даем? Кто там, посмотрите на ком будет, а хотя мне должен в Дискорд писать. Пока все играем по Олму, пока нету дебафа. РДДшник. Готовимся. Киглера играем. Крест. Роги нету, что помогал. Там один танк справляется. Если ты про хила. Саджиру еще раз забафни клик. На диспеллах все друиды и маги и эршам. Дебафа. И сука заебал, блядь, бей меня. Готовим, сейчас будет пересменка. Играем в Олм. Трэш убивать. Так, слепоглаз забьем. Череп. Только РДД, остальные играют в Олм. Череп только РДД. На Олме какая метка? Квадрат? Угу. Трус. Трусы не на Олме. Квадрат на том, кого зербить надо. Готовимся все на цели. Слепоглаз, добиваем череп. Мульти гимна ману. Кстати, нет. Кому маны? Кому маны? Никому маны не надо. Просто мульти спрей. Тебе надо отвить? Залей под весь. Что залил? Квадрат играем, милики. Блять, смена долго еще, блин. 8 секунд. Я пока не могу использовать эту способность.
Геру дали, залили квадрат. Готовимся диспелить. Диспелим проклятие все. Диспел. Долшево. Че, успеваете? Да. Диспелим, диспелим. Еще раз диспел. Мас диспел не помогает. Все, бьем треугольник. Он метки кидает живую бомбу, да? Да. Ой, ну маг, но. Милики отошли от него. На ком будет дебаф. Подвиси иннер дайте, чуван. А, у него когда у чувана ави, подвиси. Я ей давал. Заливал ей. Я гимн спою. Диспел, диспел. Милики не бьем. Баба, готово. Банзай не берем, не берем. Милики, не бейте треугольник. Кому мана там надо было? Мана кому вот надо было? Залей. Приз пятая пати первая. Ты все на тебя веселее. Кого бить миликом? Бейте босса. Короля бейте, милики. Тыся, ты хотела бы быть Клеопатрой? Нет. А че? Она хреново кончила. А я хорошо хочу, хорошо. Метка вышли, блять, с РДД зоны и мили зоны. Спасибо. Твися, Моника тебе лучше. О, да. Чисто правильный вопрос. Че говоришь? Правильный вопрос задавай. Моника Белуччи, это Эрадин вообще. Диспалите его. Сука, босс. Да уж. Отошли милики от босса. Милики от босса отошли на минуту. Милики ушли от босса, блядь. Все. Вы хилите босса, ну. Там кто же хилит, интересно? По идее, да. Все милики, которые сейчас не отойдут от босса, получат ГП. Моста. Моста, ты хилишь босса. Я бы тоже не отошел, когда волит. Дайте бог помыть ему. Он хилится от ЛПшки, например. Даю бог Мосе. Какие вы вредины. Ты прокнула у человека Триня. Ага, я бы тоже не отошел. Не, ну он хилит босса, зачем бить и хилить? 200% хил. Написано же на баке. А на синдре тоже 10 стаков набрал, да, и прок. Надо бьем, милик. Турбойс без маны. Мосса, залей турбойс и маны. Да, у меня тоже мана откатила. В этом, товарищи, минус холли приста. Должен, вынужден зависеть от кого-то. Такой бой еще. Периодический фасад. Да, вам для прикола открываем. Вот Лич нам интересно. Да, он по приколу 4. Или он синдром интересно. Ну, плащик, пояс, что-нибудь. Пояс? Идиот. Бля, где кнопка третий спек? Бля, какой пояс хороший. Дисси сейчас пояс заберут. Пояс. Дала тебе антифирменную.
Ой. Просто рывок один. Ой. Ура! Ура! 260! Ну, как крест, но буду 260. Лучше салют возьмем. По кружку играем. Нет. Холики задержали. Ну, видишь, как часто я в холике. Встали, зашли, Винс, кто умер. Там уже вроде пофиксили. Смотри, да и Баттер выжил после налета. Как сделать, чтобы это окно вообще не вылезало никогда? Какое окно? ЕПГП вот эту точку. Как это ты без меня? На это все понятно. Как сделать, чтобы он никогда не выходил вообще? Ты не хочешь ролик? Я не удали хочу, чтобы его увидел вообще. Понятно, Дона. ЕПГП вот мастер, ну тогда как ты будешь лут получать? А ему не нужен. Я не хочу это говно видеть просто. Нельзя в нас? Удали этот аддон, да и все. Мастер, это было уника? Что? Токен? Угу. Ну, что-то не, мне вопрос остается, а как ты будешь по ЕПГП нажимать? Ссылка 25 гер нам нужно. Ему надо только две шмотки 25 гер. Остальные шмотки не покупаем. На ком речь? Саджира. Заходишь, как в игру, вот входишь, где у тебя надпись, нет, да нет, это я знаю, я хотел включить, чтобы в этом не было, но тут-то это понятно. Да, то, ну, удали и все, и плот мастер, который, ставь тут и все. Так, с Джирету, а, каталог, он, Зай, вставай, заходи, Винс. Лечу. Мастер, ты в танке? Да. Видишь, в чем прикол? Я, короче, скачал с твоего аддона, который вот стоит в Дискорде, да? Я не вижу приоритет, так, команда не работает. Короче, команда не работает, а эта хрень видна. Это вообще бред. Это надо другой аддон тебе качать. Ух, три всего. Чё? Давайте с первого трая, ладно? Жрать хуй-то вообще. Ты если пойдешь еще после этого? Я обещала помочь, и если вы мне поможете, я буду очень благодарна вам. Надо синдролить десятки. Есть кто? А мне это Оня 10 или 25 нужна. Вот, ты зачем Оня? Охоту закрыть. А, Оня, блядь, я что-то с ОС подумал сразу про него. Чё за КД там такое? Откуда она вообще? Это чьё? То есть надо девочке помочь одной закрыть, ачивку залутать с плеча. Могу варом пойти, мне пофиг. Симпатичная? Я не видела. Ну пускай с Гильдией вступает. Нет, она там, у неё другая компания. Чужим не помогает. Вы мне помогаете? Господин Залейман Нутви. Саджиру, Вар, ты в 10? Ты собирал у нее 10? Просто он под с тобой сходит. Не Фетра случайно? Какая-нибудь? Фетра это о, нет! Это он что сказали про вершину ЧСВ. Я ее так вспомнил. Вершина ЧСВ — это когда дослуживаешься до полковника и подставляешь людей под преступления, которые они не совершали, и потом уезжаешь в Грузию. Чао. Когда на тебя заводят дело. Все, кто умерли, встали, зашли, Винс, полетели сами. Что? Кто вас резать будет? Так. Ави, ману потви. Ну я могу просто компанию вам составить. Владик, мне вот нечего сказать, все люди разные.
Я вот тоже на всех ворчу и все равно стараюсь помогать. Ничего не помогает. Так и не научила меня захантаривать. Не так иногда хочется зубы выбить, клыкать. По черри поиграем. Сильно. Лимон! Лимон, ой! На кресте повешу, позбиваю кассу. После того, что Владик пишет, я расхотел тебе помогать. Я тоже ничего не хочу никого оскорблять, но вот когда... Если человек донатит, он... Бывают люди, которые донатят, знаешь, они нихера не умеют. А бывают люди, которые турбойс, они вроде как донатят, ну, есть деньги, есть все, но они умеют играть, ну, по крайней мере, нормально. Вот, а смысл в донате? Смысл? Быстрее додеть тот шмот, который ты хочешь. Люди, которые не хотят тратить время на игру, чтобы получить шмот, могут получить... Зачем тогда играть, если на игру время? Есть люди, которые хотят и могут получить, а есть люди, которые не могут и вынуждены получать долгим способом. А есть люди, которым наоборот долго нравится, то есть они могут бы как-то задонатить. Я вот могу задонатить, смотри, а не доначу. Смотри, я донал за приста, потому что я... Задоначим я тогда отчёт-то. За 4 месяца при том шипешкой ни одной печеньки не выбил, чтобы, блядь, ходил. Мне это все заебало, я надеюсь. Задонайте мне Глоргер, позже, позже, позже. Не настолько близка. Ладно, я рофлю. Я ищу хоть что, вы не поймите, донатите вот тут. Не, ну это сугубо лично каждого, донатить, не донатить. Если вы донатите, если бы я себе вот донил себе, то бы я эту... Игру просто удалил бы и закинул. Убили они в Хайнке Синдру. Третьего трава. Какого? Третьего трава. Дайте бафы по-братски. И рыбу дайте их в ресторане. Пул ребафа, пошли. По сестринице дайте. Все по стандарту по танкам. Войд с этим, с Алисой. Бежите за спину босс. После рыбов. Рыбы у меня нет. Ставь. Надо быть скромней. Скромность девочек украшает. Ты кто по знаку зодиака? Рак? Рак, да. Ну. Я, да. Не только по знаку зодиака. Твоя оранжевая. Ну, кстати, да, не только по знаку зодиака, я вообще у всех смыслов рак. Твоя оранжевая. Лимон, твой ромбик звезда, центр закрываешь, короче. И любимую позу тебя раком, дай. Тишина, нахуй, блядь. Пока я расскажу, потом можете говорить, что хотите, блядь. Так, квадрат, РДшники закрывают, которые там будут стоять, то есть ШПшники. Будете меняться, два дебафа не надо на себя вешать. Гера дается с пула, лимон, ромбик, звезда на тебе. Понял? Mm-hmm. Ручки все. РЧ на пул. Мой крест, соответственно. Тишина, блядь. Зеленый бабл. Все готовы. Я еще не дошла, слышь? Ну давай как хочешь, добегай. Я сказала, стартуем! Что делаем? Все, пиздец. Пошли. Дали время на агро. Гера пошла. Печенка чья? Печенка Шреддера. Только Шреддер не умирай в горне, блядь, опять. Че, не закрыли одни, да? Все закрыли. А по магу ебанул еще. Готовимся, руки. Руки пошли, печенку закры... О, блядь. Даю ШВ. Войт, кстати, должен быть второй быть по агру. Но, знаешь. А, Войт Вар. Если я не упаду, никто не сорвет. Чего? Ну вообще в идеале этого босса нужно... На пулы все дали Void Defender.
Зачем? Квадрат закройте. Если я не упаду, то все заебись будет. А зачем? А я на место упаду тут. Че, он не таунтится, что ли? Он не таунтится. Нет. Тише, тише, за руками следите. Хлопок, крест закрой. Справа, справа, справа. Шреддер справа. Там он там стоит, похоже, не? Нет, ага, кого стоит, там. Стоит, блин. Так, Мосса, БР по мне, по мастералу. Ави по чулану. Чулан по бузеру. Нирел, БР по анкилу. Да, Лиса, дай прожимку. Дала. Мосса, БР, дай мне. А Мосса мертвый, да? Нет, жив. Чулан, чулан, кто-то резко будет тебя резко. Я что-то залагала. А Мосса когда открыт? Чулана есть? Нету, да? Чулан, БР по мне дай. По мастерам. Я только что тебе дал. Никто мне не давал. Руки закрыли. Чулан. А я пристарюсь на что Шреддера резал. С руками. Так у Чулана нету КД. Они есть, все понял. Нирл резал, да? Да. Господин БР по мне дай. Какие-то херня в печку. Крест закройте, быстрее, блядь. Закрыл. Каску дайте по мне, приста, брат. Закрой крест, закрой здесь. Угу. Сколько друидов нахуй купили? Крест закрою, центр закройте, брат. Лимон трет? А. Ты чё, я там? Я уже отъехал давно. У тебя капли, сака есть? Есть. У меня шива есть. В центре моя. Так, квадрат закройте, есть. Центр закройте. Шреддер в центре сидит, нормально. Я потолчу. Лимон, дай саку. Дай, отдал. Трупов до хера было, да? По-моему. Крест закрой. Дал шива. Предозрите маму. Боженька, вам все воздаст. Кому? Помогите в центре кто-нибудь. В центре я закрою. Потом Шреддер стоит. Блять, я... А, нет. Забивайте. Что все? Смотрите, метательная танка упала, пацаны. Скажите, пожалуйста, она такая идет или нет? Чё? Да. Чё ты говоришь такой? Да я рофлю. Как печень ролится, что-то я не пойму. Ролится по ЕПГП лутмастер. Грит это что, 10% или что? Да, говорит, это распыл вообще, это 0%. То есть мне по-любому. То есть мне по-любому мимо, да? Ну ты ее не достанешь так и так по проценту ролла. Ну смотри, багруха. А второй что такое? Второй of Minor Rage, если у тебя есть собычки, такая шмотка. Если это в целом касается. Да. Это разница. Разница между одинаковыми шмотками. Ну, например, в Турине СВК тоже туда входит, да? Все понял. И какая разница между вот этой вот Грей? Тут нету разницы. Дается либо за фулл ГП, либо на успех. Либо за 10%. Не знаю. А мне что-то на русском было. Сейчас что-то обновился, короче, этот... Лаунчер на английском слове. Что ли?
Короче, минор апгрейд это только для РС 25 гер, целка 25 гер. И ВК тоже. ИВК, да. Все остальное идет за фул, либо за половину. Ну, эти прокрутки пошли, блядь. Жетон, да? Очки арены, очки доблести, жетон, ледяной шар, жетон, о, блядь. Можно ДП, и я пошла. Сейчас, соленый или мрдбетра, вам надо это? Чё надо? Все, печатку клянеру. По одной на тело идет. Бля, мне печать вообще пиздец как нужна. Турбойс нет, войс, значит, следующий. Абриганами. Сейчас я дам ИП. Турбойс, мы же друзья. Дай... А, нет, не надо, я сюда пойду. Я хотела Мокри попросить. Когда так, улучшаешь, спасибо. Слышите, когда улучшаешь, ты четвертый, какого он уровня становится? 260-й. 260-й? Да. А за ИВК ЕП начислить? Второй раз его можно то, улучшить? Дабл, я все равно первый оплеровки. Слышь, мастер, можно два раза улучшать Т4 или только один раз? Хуятина, блядь, нападала, пиздец. Два раза нельзя, но если... Руна лили две упало, короче, нормально. Не, ну получается как? Получается, допустим, там Т10, 277 и Т4, 260. У кого статов больше? У Т10 или у Т4? Ты про какие говоришь? Ну, любую шмот возьмем, плечи напал, например. Смотря на какой спец. 264 это обычные освещенные плечи у ретрика Т10. Ну да. Так вот, статы, сила, выносливость больше статы у освещенной Т4. Или у Бисовой 277-й? У какого шмотка у Бисовой больше? Конечно, больше. Мон, у меня вопрос. Что можно было такого забрать, чтобы обойти меня по ХП? Мне просто интересно. А кто он все забирает? Мне? Не, ну молодец, я тоже, он, смотри, пристаты 262, я так думаю, сейчас я буду. Я одела вот за неделю. Мастер. А ГП за ИВК ГП тоже, да, начислено? Да. ЕП начислили, да. Скачай аддон, он в ссылках есть. Слышь, мастер, что, идем в магику? Там можно пойти? Давай, я Мишкой танкану. Лимон, пойдешь? Надо отойти. Сейчас пока не могу. Доктор? Куда хотите, в ИК пойти? Грул, магикоп или ИК можно, и то можно. Ну, я, если пойду, то магу, у меня там это чудовище. Долго ты будешь отходить, только говори. Завтра целка 25 обычка с пугами. Кто хочет, можете заходить. 21 минут, короче, 15 мне нужно. Ничего себе. Ну, как раз пока сбор. Слышь, а 25 обычка во сколько будет? Я поставил на 17 минут.